А теперь к новостям спорта. На городском стадионе номер один имени Бурлака состоялось первенство края по легкой атлетике в рамках летней спартакиады учащихся Кубани-2017. В состязаниях приняли участие юноши и девушки из 35 районов края. С легкоатлетами пообщались наши корреспонденты. Подробности в следующем материале выпуска. На торжественном открытии спартакиады присутствовали почетные гости. Среди них глава Славянского района Роман Синеговский, начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Я вам хочу пожелать, чтобы сегодня, конечно, победили лучшие. Хорошего настроения, успехов, удачи и всего самого доброго. Всего в соревнованиях приняли участие более 450 юных спортсменов Кубани. Программа спартакиады была самой разнообразной. Участники состязались в нескольких видах легкой атлетики – толкании диска и ядра, прыжкам в высоту и длину, беговой программе. Спартакиада проходит именно в нашем городе не случайно, ведь Славянск на Кубани – один из самых спортивных городов Краснодарского края. К тому же стадион, на котором проходили соревнования, соответствует всем современным требованиям. Хорошую материально-техническую базу спортивного объекта оценили и гости из других районов. Обеспечение на соревнованиях на высоте, покрытие замечательное. Да, как сказали уже выше, приехали как к себе домой. Все понравится, уровень участников на высоте, есть куда стремиться и работать дальше. Обстановка здесь шикарная. Я здесь друзей своих встретил, с которыми так давно не виделся. Вот. Вообще шикарное покрытие, все замечательно. Одна из тех, для кого эти соревнования стали дебютом, Ольга Гонтар. Легкой атлетикой она занимается недавно, но в планах и в дальнейшем развиваться в таком непростом, но красивом виде спорта. Мы очень долго готовились к этим соревнованиям. Я очень хотела на них попасть, проверить свои силы, на что вообще способна, и не пожалела об этом, что приехала сюда. По итогам спартакиады все участники заняли места согласно своей категории. В общекомандном зачете золото Удинского района. Команда легкоатлетов Славянска завоевала второе место. На третьем месте оказалась команда Краснодара. Анна Монастыренко, Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».